Вы, может быть, не сравниваете, но не все из вас не сравнивают. Вы, наверное, знаете уже, мы тоже знаем о том, что происходит, в том числе возбужденные этими темами люди выходят на манифестации, говорят о том, что речь идет ни много ни мало как о защите суверенитета от России, потому что на этот суверенитет эти факторы всегда. Ну, если позволите, я очень коротко. Во-первых, что касается демонизации и унификации, конечно, надо стремиться, если мы собираемся союзничать, да, и дальше, стремиться к демонизации страны. Но при этом в самой России есть разные условия для разных территорий. Есть, например, свободные экономические зоны, где совершенно другие пригодные условия народного разворения всего страны. Сейчас речь идет о том, чтобы увлечь Абхазию тем, кто имеет такую возможность, имеет возможность вложить, их собираются, хотят вложить. На этом пути надо создать условия, это же очевидно. Тут речь не просто о каком-то фетише, унификации, гармонизации во что бы то ни стало. Речь о том, чтобы преодолеть какие-то страхи, какие-то сомнения и предложить такой вариант, который можно написать другой законопроект, наверное, или другой вариант. Но этот готовился, и, собственно говоря, надо понять, в чем, ну, какие претензии, которые не позволяют его поставить на обсуждение. Что касается выплат, которые происходили, сейчас заморожены, должны происходить на 25-м. Я вообще их упомянул не в связи с тем, что я просто упомянул их, потому что вне контекста этого решения трудно отсюда. Это конкретно, это произошло за месяц назад. Были выплаты, я не остановил. Я не говорю, надо Абхазии на самом деле, нужны эти деньги, не нужны. Я слышал, что председатель правительства сказал, что у нас деньги есть, да? Хорошая новость.